Всем привет! С вами я, Супер. Мы будем играть в игру под названием Майнкрафт на версии 1.8. Да, на 1.8. Значит, мы будем играть в Bed Wars. Это команды против кровати. То есть каждая команда по 4 чувака или по 2 чувака дерутся между собой. Они должны сломать каждую кровать, то есть противника, и он не сможет заспавниваться, и в конце концов умрет. Я сейчас буду играть один. Давно я в эту игру, я помню, играл с другом, но сейчас давайте сыграем в одиночку. У меня подлагивает, думаю, будет все окей, ничего не будет такого страшного. Зашел, короче, на сервер, давай, на BF3, назову это просто Bed Wars. На английском Bed Wars. Битва титанов. Может быть так. Подлагилась. Надо бы потом накопить на нормальный компьютер. А то у меня характеристики компьютера полная Г. Вот. Ну вот написано Bed Shop. То есть можно купить тут такие фитифлюшки. Bed Coin. То есть две кровати. Одна там. Ладно, давайте начнем. Сейчас начнем играть. Начали играть, вот сейчас собираем вот такие кирпичи. Кирпичи нам понадобятся, чтобы покупать кровать. Там. Ой, блоки точнее и лук. Вот. Сейчас копим. Сейчас. Давай купись. Ладно, нормально, думаю, хватит нам для первого времени. Покупаем на все, думаю, блоки. Будем строиться. Во-первых, надо защитить нашу кровать. Кровать — это самая нужная, ценная вещь в этой игре. Вот так. Ну, это первый все, что слой. Ладно, потом. Ну, чё, ребята, вы загружаете путь? Вот он тут, ну, там я вижу какую-то площадь. Давайте я потом туда построим ход. Давай копим. Там чуваки что-то строят, а кровать не защищает. Что-то они немножко не очень в этом смысле. Вот, видимо, наша команда, вон в самом низу такая желтая, я там спецназ, вот мой скин же. Ладно, сейчас куплю, во-первых, немножко блоков. На все, ладно. Немножко хотел, но я так передумал. Захотелось много просто. Вот из-за этого еврей. Еврей, точнее. Окей. Ладно, шуточка не надо. Шуточка не надо. Опа. Берем, покупаем себе шматье. Броня, моя броня. Броня, броня. И меч, и кирка. Йо-е. Оу-е. Я в экипировке. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Да ладно, короче, как-то не очень. Еду купим немножко. Вот где-то вот только 5 штучек хватит. Что еще тут есть? Сундук, сундук, железо. Что-то как-то они бабла много стоят. Ладно, сейчас я одному чуваку дам вот эту палку, тебе нужна, чел. На тебе палочку, чел. Пойдем. Ой, да чуть я не упал. Мазафака. Мазафака. Это очень плохо. Я думаю, двухслойную сделаю, чтобы самим не упасть. Надо все-таки предохраняться на всякий пожарный. Упс, чуть не упал. Окей. Там чуваки уже идут в бой. В середине, по-моему, там золотые слитки или железные. Посмотрим. Время расскажет все. Вот все. Опа, чирик. Опа. Металл тут дает. Вау-вау. Самое главное, бы кто-то не подошел. Мне самое главное, побольше металла накопить. Я тут могу я закрыться от всех. И вся. Теперь это наша база, точнее. Металл будет наш. Значит, вот будем копить. Ой, да что ты ломаешь, чел? Ладно. Окей. Ой, накопил. Нормально, замечательно. Бежим теперь покупать, во-первых, хорошую броню. Собираем, конечно, вот это все.
Я не знаю, ну, зачем нам понадобится. Ну ладно, нормально, бывает. Покупаем где-то два сундучка, думаю. Вот. Раз, два сундучка. Все. Хватит. Один сундучок поставим вот сюда и вот сюда. Куплю я для всех брони. Халявные брони. Вот раз, два, три купили. Во-первых, раз, два, три. Я это покупаю, потому что надо для нашей всей команды. Команда это самое важное на самом деле. Штучка. Штучка, да. Как ни странно. Что-то я уже туплю. Ладно, лук мы не можем купить. Фак, мазафак. Покупаем зельки. Зельку купим регенерации мгновенной. Вот, вот эту самую первую. Она как-то дешевая. Купим много блоков, очень много блоков. Купим... Что есть? Стеклянные блоки? Да нет, как не очень. Ладно, давайте купим стеклянные блоки. Что еще тут есть? А, я вспомнил, тут еще есть паутинка. Паутинка самая нужная штучка. Бронзу я сюда ложу, чтобы наша команда выиграла, не проигрывала. Это броню, вон, видите? Быстро они экипируются зато. Во-первых. И во-вторых, мы из-за этого их выиграем со счетом 1-0. То есть у нас один, у них 0. Типа. Ладно, давайте сейчас я возьму паутинку. Паутиночка. Моя любимая паутиночка. Моя любимая паутиночка. Вот так. И вот так. Еще высоту надо немножко сделать, чтобы они не подошли к нам. Фоня, чувак звонит. Сейчас я его пока отключил, пока он мне не нужен, потому что я же сутки записываю. Ты что, ты издеваешься, чел? Я записываю. Сейчас, ладно, все, ложу, все, блин. Ладно, нормально. Ложим. Вот это ложим. Это берем. Секо, я не знаю зачем, но тут как-то вот тут супер броня. И идем, значит, в бой. Назад пути нет. Только в бой. Вот пиздюк. Он меня чуть не убил. Мою броню чуть не забрал полностью. Значит, идем на таран. С другой стороны. Потом надо перезвонить этому чуваку. Я сзади подойду. О, да тут еще и середина, ребят. Золото, то есть, отсюда берется. Берется. Точнее. Ой, да меня убили, фак, мазафак. Да блин, чик. Сейчас за золото, думаю, сможем купить меч какой-нибудь хороший. За вот как раз за три нормальный меч, золотой. Йоу, мазафака. Да чё ты издеваешься, что ли? Нашу кровать сломали, мы сейчас умрем тупо. Умирай, враг, все. Блин, нашу кровать сломали. Ну это понятно, мы его шпиги, во-первых. Во-вторых, блин, никто не защищал. Чё за дебил, блин, вообще не защищал. Ладно, короче, мы без кровати, если мы умрем, все, нам капец. Так что, чел, осторожно, нас двое, дурак. Мы сейчас так проиграем. Ну сначала, конечно же, металл собираем. Ты чё, дурак? Фак, сейчас из-за него мы проиграем полностью. Наша команда самая очень г. Это понятно? Да чел, ты куда идешь, блин? Он хочет тупо умереть, по-моему. Ладно, я тоже пойду тупо умирать, потому что у меня уже все нету тут выбора никакого. Потому что мы по-любому проиграем, у всех есть кровать. Но я сейчас попытаюсь сломать чью-то кровать. Попытаюсь. У меня еще сервер лагает, я это, блин, ненавижу. Чё за... Да я, блядь, из-за высоты...
тогда буду на этом заканчивать. Какая-то неудача, вообще полная неудача, катастрофа. Ладно. А с вами был я, Супер, если вам понравилось. Если не хотите быть неудачниками, тогда лучше подпишитесь на мой канал тогда и поставьте лайк, если не хотите навсегда неудачниками быть. Ну ладно, всем удачи, всем пока!